Дороги Кустана разгружают. Чтобы упростить движение автомобилей, в акимате города решили преобразовать транспортную инфраструктуру. Например, в скором времени это коснется улицы Чкалова. Сейчас она разделена проспектом Абая, и сквозной проезд по ней невозможен. Теперь, согласно разработанному проекту, участок дороги станет перекрестком, чтобы проезд от улицы Гашика до Карбышева был беспрепятственным. Работы начнут в 2019 году. Стоимость проекта – 2 миллиарда тенге. 7 проектов на стадии разработки по реконструкции улиц Кайрбекова, границы Лермонтова, тепличный комбинат, улица Алтынсарина, улица Карбышева, улица Арстамбекова, проспект Аль-Фараби, улица Сьянова, улица Пушкина, а также в текущем году начата работа по разработке ТЭУ на реконструкцию Корейского моста. В акимате Кустана разработали схему перспективного развития дорожной системы на 2019-2021 годы. После корректировки генерального плана города планируется приступить к подготовке новых глобальных проектов. При этом касаться они будут периферийных частей города. В Кустана запланирована так называемая пробивка двух улиц. Первый проект – это пробивка улицы Дощанова с выходом на улицу Достык. Для движения транспорта будет построен путепровод через ЖД-пути. Также объединятся улицы Авиационная и Уральская, а движение через ЖД-пути будет регулируемым. Делается это все для того, чтобы застраивая микрорайоны Кустаная, а это аэропорт, Арман, Береке, Северо-Запад и второй Кустанай, обеспечить полноценным транспортным движением в разные части города. Стоит отметить, что в последние два года в Кустанае пересмотрели вопрос ремонта дорог. Все больше внимания уделяется внутриквартальным, а не центральным. При этом от количества переходят к качеству. Проекты становятся дороже. Если в прошлом году работы проводились на 48 улицах и из бюджета были выделены 5,5 миллиардов тенге, то в этом году ремонт будет на 39 улицах. А вот потратят на это уже 6 миллиардов. Алексей Кудрявцев, Хамза Нурпеисов, Диар Ахмечен, Дмитрий Гуренко и Ярослава Богатырева, РТН.